Баку меняется даже быстрее, чем другие города. И благодаря, я совершенно точно скажу, благодаря первым европейским играм эти изменения произошли быстрее, чем могли бы. Скорость большая, и мне это очень приятно, потому что здесь, в этом городе, мне есть с чем сравнивать. Я вот вспоминаю 76-й год, когда впервые сюда приехал, и вот сегодняшний день. Ну, конечно, это два абсолютно разных города, и только люди остались такими же. Люди как были, так и остались приятными людьми.